Вот этим скрабом я пользовалась почти 5 лет. Очень экономно, но он неожиданно закончился, и мне пришлось купить новый. Приобрела я вот такой скраб для тела с инжиром и розой. Написано «упругость» и «тонус». Не знаю, кое-как открыла эту крышку. Думала, что все, не открою. Вот так он выглядит внутри. Похоже на малиновое варенье. Ну и, кстати, аромат у него очень приятный. Здесь какие-то блестки. Надеюсь, что все, что написано в этом рекламном... в этой рекламе... оправдается.